Именно сегодня мы должны будем попрощаться с одним человечком. А кто это будет, мы узнаем чуть позже. Прошла по голосованию у нас Вера. Молодец! Молодец! Спасибо. Ты в проекте. Зря плакала. Мы тебя поздравляем, ты проходишь. Спасибо. Давай худеть. Давай. Мы решили дать возможность вам, участники, выбрать, кто же будет вашим соперником. У меня есть чудесная ручечка и листочки. Я хочу, чтобы каждый оставил свой голос, кто останется в проекте. Дорогие мои, оставьте меня, я буду всех поддерживать. Я не вижу здесь соревнования, потому что, ну, как бы, да, команда, вот, кому-то у меня очень хорошие отношения с кем-то сложились, я очень рада. В первую очередь я завожу вот какие-то новые знакомства, друзей. И я надеюсь, даже если так получится, что иду, я все равно буду болеть за вас, смотреть. Но я должна остаться, я не должна уйти. Я буду с вами. Как подсказывают мне участники, потому что я толстая. Хотелось бы не оправдать. Да. Для моих лет это очень много. И меня верят очень много людей, которые голосовали за меня из Африки, из Америки, из Италии, из Дагестана, со всех стран. В итоге у Веры было больше, да, получается? Мы вообще шли ноздря в ноздрю, у меня инфаркт был. Вот, поэтому хотелось бы остаться, проголосуйте за меня, я не подведу ни себя, ни вас. И вообще я вас всех люблю. Какое будет ваше решение, на то я соглашусь. Ну что, я собрала голоса. Хочу сказать, что в проекте у нас остается Наташа. За тебя проголосовало 6 человек, за Лили 5. Мы тебя поздравляем. Лили, очень жаль, где я тебя обниму. Ты красотка. Ты толстая. Значит, буду встречаться вот с моим соперником Верольдой, ходить в спортзал и заниматься дальше. Кому ты хочешь пожелать удачи? Всем. Каждый достоин. Каждый сделал свой шанс и выбор. Кто-то голосовал за меня, да? Не только. Все, с кем я познакомилась здесь. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, что наше общение не закончится за проектом.